Снова здрасте. Игрок с ником LemmyScape переименовался вот такого красавца. Anwar Kaz. История смены полков. Казде. 1 марта он в Казе. Ну, давайте посмотрим теперь повтор за вот этим же игроком, но с другим именем. Играет он в паре на Леопарде с Бабаем. Бабай 8-3. По нему уже идут прострелы, внимание не обращает. Хочу сказать вам сразу, что игрок этот уже играть стал намного осторожней. То, что он переименовывается, обозначает, он уже третий раз переименовывается. Он, получается, до LemmyScape был также Anwar Kaz. Затем почему-то он переименовался в LemmyScape. Не почему-то, а затем, чтобы как бы замести следы за собой о читерстве. И теперь он снова опять переименовался. Хочу вам сказать, что переименование не спасает. Поэтому можете тратить деньги сколько хотите, сколько угодно. Как узнать новый ник переименованного игрока? Это просто. Берете его старый ник на ThunderSkill, вводите его в поиск, и у вас выскакивает новый ник. Вот. Если ник пишет, что ошибка, это значит, что игрок только-только переименовался и необходимо подождать сутки. Не знаю, недавно был случай, что не можем найти игрока почему-то, то есть повтор его показывает, ссылка на его профиль не работает, на ThunderSkill не находит. Не знаю, что это, впервые такое вижу, ну, будем разбираться. Давайте посмотрим теперь бой с его участием. Кто-то игрок остановился, что-то активировал, наверное, у себя в голове. Вот он двигается, я скорость немножко уменьшил на карту, но на точку. На точке стоят танки, вот они, смотрите. Сейчас он отреагирует на МБТшку, которая за зданием. Смотрите, он уже поворачивает корпус и башню сейчас на нее отреагирует, но она будет за зданием. Раз. А она за зданием. Ай-яй-яй-яй-яй. Палево. Вот он двигается далее, проезжает к точке. На точке несколько танков. Вот он сейчас работает МБТшку эту. О. Уничтожил. Вот Тюрбасе двигается, он его тоже видит. Понятно, ребят, тот игрок, это читер, однозначно. Немножко ускорим сейчас. Сейчас он француза будет боится. Француз-то не знает, что ты на читах. Француз играет честно, а ты бессовестный. Читеришь. Вот здесь он танк увидел. Раз. 32-ку видит он уже. Чифтейна 10-го видит. Смотри, 32-ку. Раз, ты сейчас как бы сейчас бы. Ну, покой не дает этот Фербасе, который может починиться на точке быстрее, чем нужно. А Сермасе думает, что парень честный, поэтому решил объехать его. Хер ты угадал, бля. Не повезло тебе с противником. Не повезло. Вот его радиатор выбери. В нашей игре еще не реализовано повреждение радиатора, поэтому танк двигается как обычно. Сейчас его починит и будет читерить далее. Кстати, 32-й выбил радиатор.
общем, в шоке от попадания Вартандера. Снаряд М-82 попал ему в радиатор. Даже не поджег. Сейчас его Чифтейн будет колбасить. Смотрите. Первый выстрел выбил ему движок, поджег. Это подкалибер там его бьет. Форт. Снаряд идет. Поджег опять. Третий снаряд уже. Четвертый снаряд. Сука, тут танк уже должно разнести давно. Горит. Шестой снаряд. Седьмой снаряд. Восьмой снаряд. Девятый снаряд. Пережил 9 попаданий. Это... Ну, это War Thunder. Это War Thunder. У нас ракета 152 мм попадает в танк. Бывает ничего. Бывает просто водителя убивает. Что говорить уже об остальных этих. Да, непонятно это. Как его называют по-разному каждый. Режим персонального угнетения, либо просто простонародье баланс, баланс сил. Таким образом Ридки пытаются регулировать баланс в игре. Глупо, конечно. Ну, что есть, то есть. Вот смотрите, Нарада, он видит зенитку, он посмотрит на нее. Верно видит. И сейчас он... Бомбить он, конечно, не умеет. Смотрите прикол. Смотрите. Он за него заходит. И на тебе, сука, в ответочку. На, пачку. Ха-ха. Красавчик. Ну, у него есть вторая рада. Там заход будет еще тупее. Второе рада. Ну, и так бомбу бросать. Вообще заходить так на бомбометание, это глупо. Так только заходят, если нужно очень кинуть там. Ну, это вообще не знаю, это, блядь. Протаранить его хотел, или что-то хотел сделать. Поджог. Ты понимаешь, что у тебя там аркадный прицел? Вот он на МБТшке налево посмотрел на Центриона 10-го и двигается далее. Сейчас прострел по нему будет, он даже бровью не поведет и глазом не моргнет. Есть выстрел. Ай, пофиг. Ты же уже спалился неоднократно. Чё ты, блядь? Стреляй через кусты уже, ё-моё. И ты думаешь, раз не пидорас, блядь? Попробовал разочек и всё? Вот смотрите, на точке танки противника захватывают. Он выезжает, смотрите. Вот он выезжает. Вот как ты хочешь, вот как ты сможешь объяснить вот эту вот ситуацию? Смотрите, Фалькон сейчас двигается направо, Чифтейн стоит чуть левее. Вот он выезжает, на Фалькона идет. Смотрите сейчас еще раз. Оп. Здрасте, Фалькон. Точно в цель, конечно же. Остался Чифтейн и Фербасе. Вот здесь вот мы знаем, что там француз стоит, Чифтейн тут стоит. И поэтому мы можем себе позволить вот такое вот.
Конечно, так можно играть. Блять, дебил, куда ты выстреляешь, тормоз? Дай ему пачку и все. Вот идиот. Повезло тебе, повезло, блядь. Он стратил. Сейчас бы тебя ваншотнул бы, а то бы я ржал бы. У него, блядь, в башне сзади снарядов, блядь. Ядрени пени там. А ты ему стреляешь. Каток передний. Или куда-то ему там целился. Ну все, ребят, бой окончен. Дело сделано. Читер увлечен. Еще раз всем спасибо. Хотел сказать, чуть языка не слетело, как говорит Торнайт. Не буду повторяться за ним. Хороший парень, нравятся мне его видеоролики. Да, сейчас делаю, наверное, перерывчик. Пойду посмотрю Торнайда. Всем спасибо, ребят. Пока-пока.